Ребят, всем огромный привет. Мы были в светофоре. Снимаю вам, в общем, все по-быстрому, так как нам должны подъехать гости. Так, что же мы купили? Так, хлопья. Это в нашем светофоре новиночка. Так, смесь хлопьев, 4 злака, только отборные зерна. Здесь 450 грамм. Способ приготовления. Поместить хлопья в кастрюлю с водой. Ну, в общем, нужно варить с молоком или с водой. Варить на умеренном огне 6 минут. Вот такие вот хлопья. Так, сейчас смотрю по чеку. Так, батончики мюсли тоже появились у нас. Вот такие вот. По-моему, такие я видела в фикс-прайсе. Они идут здесь, так, батончик, мюсли, клюква, вишня и мед. Вот такие тут упаковочка. Так, 6 штучек. Так, а цены-то я вам не говорю. Хлопья 27, батончики 41. Так, дальше. Первый раз взяла вот такие вот колбаски. Так, вот не знаю, перченые они или нет, колбаски мини-салями со вкусом хамона. Вот не знаю, состав в принципе неплохой, 250 грамм, вот такие вот они копченые. Так, колбаски 99 рублей. Также майонез Мистер Рико. Кстати, новая какая-то упаковка. Мистер Рико на перепелином яйце. Так, здесь у нас 850 миллилитров. Этот майонез стоил 54 рубля. Кстати, хорошая цена. Первый раз увидела у нас вот такие вот конфетки. Невский кондитер, десерт французский. Здесь несколько видов конфет. В чеке написано конфеты нуговые, глазированные. 76 рублей. Ну, небольшая упаковка. Здесь 500 грамм. Ну, попробуем. Не знаю. Но они мягкие. Если с нугой. Так, дальше. Бисквитный рулет. Неплохой, с чайком можно. Русский бисквит. С какао тигровый называется. Так, этот рулет стоил 44 рубля. Также новинка нашего светофора. Это вот такая вот упаковка Барни. Так. Барни шоколадный. 720 грамм. Вот срок годности получается до 3 января 2021 года. Не буду... Ну или давайте откроем. Глянем, что там. Там, кстати, некоторые коробки открыты были. Ай, блин. Ну, вот такие же и упаковки, как в магазине. Только в магазине они либо поштучно, либо в маленькой коробке. Так. Так, Барни медвежонок стоил 231 рубль. Ну, тут не знаю, сколько штук, много. Так, также взяли вот такие вот рулетики вафельные. Мы их уже берем не в первый раз. Они со вкусом сгущенного молока. Так. Они стоили 57 рублей.
Также уже не в первый раз берем вот такие вот кексы. Они у нас для детского питания идут с лесными ягодами. Мы уже тоже их брали, вкусные. Кексы стоят 75 рублей. А также мы брали пельмени. Упаковку я вам не покажу, просто скажу название. Русский терем 1 килограмм традиционные. 139 рублей. Мы вот сварили, получается. Хорошие, нам понравились. Так, также взяли вот такую вот рыбку. Рыбка к пиву. Это, получается, у нас идет путасу. Так, 109 рублей. Так, что тут написано? Путасу копчено-вяленая. Тоже попробуем. Так, 109 рублей. И я еще взяла, ну, мы уже тоже брали, правда, давненько. Вот такая вот горбуша. Горбуша холодного копчения. Здесь 384 грамма. И эта рыбка вышла у нас на 133 рубля. Там лежат рыбки побольше и поменьше. Вот мы брали, мне понравилось. Вкусненькое, соленое, с картошечкой. Очень вкусно. Так, еще брали филе селедки. 118 рублей, шхуна. Я, в общем, делала селедку под шубой. И еще вот такие вот брали. Это, получается, арахис глазированный. Здесь идет микс. Брала я на рыбном рынке. Здесь, получается, у нас целый килограмм. Я отдала 250 рублей. Я считаю, что это очень выгодно, чем маленькие упаковочки брать. Также мы затарились рыбой сейчас в морозилку. И минтай взяли. Скумбрию, навагу. Вот так. Так, в светофоре мы, в общем, заплатили 1598. Всем привет! Сегодня я была в Маяке. Леша поехал на работу. Я говорю, да брось меня, я зайду в Маяк. У меня закончился вообще кондиционер. Вот. Так, Ленор стоил 177 рублей. Тут, получается, скандинавская весна. 2 литра. И очень хорошая цена. Мы были в Метро, там сколько, 208 рублей. В Окее тоже, в принципе, такая же цена. Я думаю, не буду брать, потому что в Маяке дешевле. Так, сейчас. Вот такой вот Сиртон для стирки. Там есть для черного белья, я взяла для цветного. Я его брала вообще в Галамарте, но сейчас его нету там. Был, в общем, в оранжевой упаковке. Бережный уход и удаление пятен. Приятно он пахнет. Даже напоминает чем-то натает. Так, это средство стоило 116 рублей. Салфеток набрала вот таких вот вискозных. Вот такие. И вот такие вот. Так, вот эти, которые по 10 штук, они стоят 27 рублей. А вот эти вот 22. Так, дальше. Так, буду по чеку. Так, филе грудки замороженное. Я уже не первый раз беру. Мне нравится. Хорошее мясо. На 149 рублей. Получается, за килограмм 198. А здесь на 149 рублей. Сейчас скажу, сколько тут грамм. 752 грамма. Уже растаяло. Так, окорочка вот такие вот я взяла. Либо на салатик, либо что-нибудь сделаю. Так, 156 рублей. Фасоль красная взяла вот такую вот в первый раз. Натуральная. Она без томатного сока.
Фасоль по 38. Колбаса вот такая вот новолипецкая. Взяла в первый раз. Не знаю, как она вкусная или нет. Ну, типа салями, наверное. Сырокопченая. Новолипецкая. 04.11.20. Годен до 04.11.20. Сделала 07.07. Так, 400 грамм. Вот такие вот две колбаски. Стоит 144 рубля. Так. Щетки взяла зубные. Oral-B. Поменять надо. Щетки у нас по 63 рубля. Также ватные диски взяла. Была вот такая вот маленькая упаковка по 28 рублей. И большая по 45 вроде что ли. Так. И еще, я, в общем, сейчас уже попробовала вот такую вот пасту. Это бутерфиш, горбуша с чесноком. Состав хороший, но, знаете, она очень соленая. Вот другая, получается, как там называлась она? Вспомню, тут подпишу. Она вот приятная, вкусная. А вот эта какая-то соленая. Так, бутерфиш стоил 61 рубль. Также кукурузу взяла. Я кукурузу очень люблю. Хоть вареную, хоть вот такую вот консервированную. Кукуруза. Так, кукуруза у нас... Кстати, большой выбор кукурузы. 46 рублей. Потратила 1115 рублей. Вот такие вот небольшие были покупки. Все надо, все нужно. Всем, кому понравилось мое видео, ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!